Бюро находок ищет. Женскую сумку черно-серого цвета с зарядным устройством, кошельком и банковскими картами на имя Долгановой Татьяны утеряны днем 6 февраля в автобусе маршрута номер 5 обещанного вознаграждения. Очевидцев инцидента, произошедшего с сотрудниками ГИБДД 23 января 23.00 до 0 часов по Сунбике 20 обещанного вознаграждения. Коричневый портмоне и файл с документами на имя Исламова Рустема Рашатовича утерян 28 января в районе МФЦ обещанного вознаграждения. Пропуск ПАО НКНХ на имя Абдуллина Зульфии Газымовна утерян 12 января на промзоне либо Памира обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням. Бюро находок имеется. Кругло-желтая коробка с чайным сервизом, найдена в декабре. Очки в тонкой металлической оправе, найдены по Бызова 1. Ключи от квартиры 5 штук плюс зеленый домофон, найдены 2 февраля около Дома народного творчества. Ключи от квартиры 2 штуки с синим брелоком, найдены в районе школы номер 22. Ключ от автомобиля Volkswagen с брелоком Starline, найден в районе ТЦ Рамус. Ключи от квартиры 2 связки, 3 ключа плюс зеленый домофон, 1 ключ плюс черный домофон, найдены 2 февраля около гостиницы Кама. Ключ с металлическим брелоком в виде девочки, найден 31 января в районе магазина Леди Жук по Химиков.